Воспитатель года – конкурс коллективный. Свои таланты демонстрировали не только сами участницы, но и их подопечные, а также коллеги. А строгое жюри подошло со всей ответственностью к оценке каждого конкурса. Лучший воспитатель поет, танцует, шутит, отгадывает кроссворды и произносит скороговорки легко и без запинок. Петр Первый пошел погулять, поймал перепелку, пошел продавать. Просил полтинник, получил подзатыльник. Из-под пригорка, из-под подвы подверта зайчик. Раз подвы подвернулся, перераз подвы подвернулся. Просто и шутливо о главных вопросах в масштабах страны. Проблема выбора дошкольного учреждения, экологическая ситуация в Ленинском районе, соблюдение норм строительства, переход на отечественные продукты питания и налогообложение предприятий. Конкурс сказок на современный лад, как зеркало жизни. Именно он пришелся по вкусу зрителям больше всего. Надо, братцы, жить, по-другому надо, братцы, жить, по-другому, чтоб цвести поселку, чтоб цвести поселку, чтоб цвести поселку родному. И вот все этапы пройдены, время подвести результаты. Жюри берет небольшую паузу. Оценить очень тяжело, и мы слышим, что говорит нам зал и так далее. Мы понимаем, но зал не видит всех тех критерий, всех тех особенностей, которые видим мы. Мы очень надеемся на понимание зала, зрителей, и мы стараемся быть максимально объективными. Очень сложно. А что основное, что сложно? Все талантливые. Все педагоги, все финалисты, все прекрасные. Проделан очень большой труд, чтобы подготовить программу. Особенно трогательно участие в этих программах детей. Очень приятно поддержка родителей и коллектива. Ольга Колесникова – воспитатель детского сада «Машенька». Татьяна Зубова – детский сад «Капелька». Ангелина Матушкина – музыкальный руководитель детского сада «Замок детства». И Наталья Черемисинова – воспитатель детского сада «Сказка». Каждая достойна звания «Воспитатель года». А вот кто же победитель? Имя победителя – Ольга Владимировна Колесникова! Педагог-воспитатель года 2015! Поздравляем! Грамота от главы Ленинского района, домашний кинотеатр и телевизор. И, конечно же, почетное звание «Воспитатель года 2015» теперь принадлежат Ольге Колесниковой. Я знаю, что если со мной дети, я рассчитывала на победу. Но я не знала, что я буду победителем. И, может быть, я даже не была уверена в чем-то, что где-то я не справлюсь. Я знала, что могу допустить ошибку. Но дети, они никогда не обманут, не подведут. Потому что, посмотрите в их глаза, они же болели за меня так, за кулисами. Прям вот. Ольга Владимировна, давай. Я вот благодаря им набралась эмоций положительных. И благодаря своим детям, все, которые меня поддерживали. Они лучшие артисты. Они победили. Екатерина Чернышова, Владимир Бежонов, Видное ТВ.